إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Когда же бывает ночь Аль-Кадр? Определенно и уверенно можно сказать, что она бывает в одну из последних 10 ночей месяца Рамадан. Наша мать, супруга пророка, да благословит Аллах и приветствует, благочестивая Айша, передала такие слова пророка. «Тахарраву лейлят Аль-Кадр филь ашриль авахир мин Рамадан». «Ищите ночь Аль-Кадр в последних 10 ночах месяца Рамадан». То есть, этой ночью может быть любая из последних 10 ночей. Но более вероятно, что это одна из нечетных ночей. То есть 21, 23, 25, 27 и 29 ночи. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, ищите ночь Аль-Кадра в нечетные ночи из 10 последних ночей Рамадана. Из нечетных же ночей наиболее вероятно, что это 25, 27 и 29 ночи. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман кана мутахарриха, фалитахарраха фиссаб'и лавахир». Кто ищет ее, пусть ищет ее в 7 последних ночах. Из этих же 3 ночей, 25, 27 и 29, наибольшая вероятность приходится на 27-ю ночь. Убей ибн Каб, один из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, клянусь Аллахом, я знаю, какая это ночь. Это ночь, которую посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал нам провести в молитве. Это 27-я ночь. Из всего сказанного можно сделать вывод. Ночь Аль-Кадр, которая бывает один раз в год, приходится на одну из последних 10 ночей Рамадана и перемещается между ними. Но более вероятно, что она выпадает на нечетные числа. Почему Всевышний укрыл от нас точное время этой ночи? В этом одно из проявлений бесконечной мудрости Создателя и Его милости к нам. Всевышний укрыл от нашего ведения эту ночь для того, чтобы мы совершали как можно больше богоугодных деяний в эти благословенные ночи, последние 10 ночей месяца Рамадан. Чтобы мы все эти ночи совершали намаз, поминали Аллаха, обращались к Нему с мольбами, дуа, приближались к Нему и зарабатывали награды. Кроме того, в этом есть испытание и проверка для людей – кто будет старателен в поиске этой ночи, а кто проявит нерадивость и леность.